А вот скажите, к примеру, обследование воды. Это очень частое обращение, и очень людей сильно волнует. Вот здесь могут быть какие-то прогнозы. К примеру, взяли вы пробы воды, обследовали их, ну, вроде бы нарушений никаких нет, все в порядке. Но можете ли вы обследовать, скажем так, ну, не могу, как правильно, значит, ну, может быть, водопровод, либо источник этой воды, к примеру, сточные воды там какие-то рядом находятся, либо это паводковые воды, вот это может как-то влиять, и можете ли вы это как-то спрогнозировать, либо да, какой-то дать свой расчет? Здесь также разбита по сезонности вода. В разный сезон отбор пробы из одного источника может очень сильно изменяться. Вот. Почему? Потому что плохие трубы могут быть, сыграть роль, например, весной они нормальные, а уже осенью они уже пошли ржавчины, вода уже совсем будет другая. Попадание, например, в резервуары каких-то сточных вод, либо плохая фильтрация этих вод, опять вода может уже поменять свои свойства. Из-за этого прогноз на воду мы сделать как бы не можем, он может поменяться уже завтра. Все зависит от источника, откуда мы берем воду, какие рядом заводы, компоненты, еще что-то. Очень большой фактор, влияющий на воду.